сходил. И весь сходил, все деревья позвали. Лаю. Садись давай. Мужики. Раз, давай, рассказывай. Гармошку взял, песню сочинил, сейчас петь будет. Давай, давай. Мальчишечка родился, да в целом свете сирота. На дворе ненастье, не на радость полюбилась мне девчонка красота. Вот и горе, несчастье, без лучины да карасину ретиво мое сожгли. На дворе ненастье, карие глазки, черные брови до могилки довели. Вот горе, несчастье, что ж ты, роза, вянешь без мороза, горькая осинушка, да без ветра шумишь. Что ж ты, Маша, моя дорогаша, мимо ходишь и ни слова мне не говоришь. Ох! Что тебя я позабыл, на дворе ненастье, что ни разу на неделе я к тебе не приходил. Вот и горе, несчастье, я ж бы рад ходил и почаще, да только нет моей вины. На дворе ненастье, ваши ласковые собачки мне порвали все штаны. Вот горе, несчастье, что ж ты, роза, вянешь без мороза, горькая осинушка, ты без ветру шумишь. Ох, что ж ты, Маша, моя дорогаша, мимо ходишь и ни слова мне не говоришь. Ты, Маруська, да разлюбить меня спешишь. На дворе ненастье, на свидание не приходишь, а приходишь, так молчишь. Вот горе, несчастье, загорелось поле, да не зальешь теперь водой. На дворе ненастье, изболеть. По тебе лишь по одной, вот и горе, несчастье. Что ж ты, роза, вянешь без мороза, горькая осинушка, ты без ветру шумишь. Ох, что ж ты, Маша, моя дорогаша, мимо ходишь и ни слова мне не говоришь. Что ж ты, Маша, моя дорогаша, мимо ходишь и ни слова мне не говоришь.
Этот конкурс сделал нам очень большой, яркий творческий подарок. Единодушно все жюри, все члены жюри, при огромной горячей поддержке публики, открыли для себя творческую индивидуальность. Это, к счастью, уроженец Саратовской области Михаил Устинов. Это настоящий самородок. Я думаю, что задачей конкурса как раз и является выявление таких талантливых людей из народа. Конкурс у нас этим и отличается от всех других конкурсов. Очень приятно. Миша показался творчески индивидуальным, самостоятельным, выразительным, изобретательным. И эта изобретательность не изобретательность сама по себе. А мы прослеживаем здесь совершенно отчетливо. Я говорю вот с таким удовольствием, восторженно просто. Мы здесь совершенно отчетливо прослеживаем линию преемственности традиций певческих, и не только певческих, вообще исполнительских, от самой старейшей участницы конкурса вот к Мише. Миша в полном смысле слова является и хранителем, и носителем певческих традиций. Мне кажется, это исключительно ценно и в высшей степени отрадно для всех людей и для нас, как специалистов, влюбленных, конечно, в свое дело особенно. Это очень приятно. Я его поздравляю с успешным выступлением.